В Ульяновске откроется центр тактических игр. Заниматься в нем смогут ребята со всего региона. Центр разместится в бывшем ДК имени Чкалова. Возраст посетителей от 14 и выше. Проходимость 200 человек в день – приоритет за юнармейцами. Аналогов этому заведению по масштабу у нас в регионе нет. Центр посетил глава Ульяновской области. У нас каждый метр здесь используется. Сейчас мы делаем, зону для квадрокоптеров. Зона для квадрокоптеров, лазертага, страйтбола, скалодрома, гидробола. Все предусмотрено в центре тактических игр. Сейчас возводятся игровые зоны, тактические городки. Они готовы на 70%. Здесь также планируется построить лучший скалодром в регионе. Его высота составит 15 метров, а стоимость 5 миллионов рублей. Тренировать на нем будут эксперты, как военные, так и гражданские. Кроме игровой части проводится учебная часть, потому что сейчас есть новые веяния, новые тренды, тактическая подготовка детей. То есть уже есть дети, которые изначально или со школы, или с СУЗов уже готовятся в войска специального назначения. Первая игра состоится здесь 12 октября. В целом эта площадка позволяет проводить соревнования федерального масштаба.